Всем привет! Приветствую вас на своем канале любителей секонд-хенд. С вами я, Инна. Сегодня я немножко буду потише говорить, потому что у нас очередная поветренная тревога, и сын спит у меня на руках. Вот такие невеселые будни получаются. Сейчас я вам покажу мои находки в последний день завоза и скажу так. Давненько я так не скуплялась. Удачненько. Нашла я интересный тренч, так как вы все знаете, что я к тренчам неравнодушна, всегда обращаю внимание. Нашла интересный тренч, он из полиамида полностью, но он мне понравился тем, что он имеет макси-длину и тем, что этот полиамид имеет такой вид, как замша. Кажется, что он замшевый издали. Наверное, эко-замша этот материал, может, называется по-модному, если быть точной. Выглядит мне очень даже нравится, как он. Есть только минимальное загрязнение снизу, потому что он длинный, все-таки его надо постирать, и будет все с ним отлично. Скрытые пуговицы имеет данный тренч до середины бедра. Очень даже неплохой. Идет небольшое утепление в районе верхней части туловища. Ну, в рукавах, понятное дело, нет. Бренд называется Эвардс, или Эвардс. В общем, смотрела и не нашла про этот бренд ничего. Есть русский бренд Эвардс, но там по-другому обозначается, логотип другой, поэтому не знаю, что это за бренд, чей он. Но это воистину чудная находка для последнего дня завоза. Это просто, не знаю, очень классная вещь. Я себе искала подобный жакет. Правда, я себе его представляла двубортным, потому что мне такие больше нравятся. Но как-то вот в стиле Шанель, в принципе, в этом исполнении мне тоже очень даже понравился. Это известный бренд Butler. Я думаю, о нем вам рассказывать лишний раз не стоит. Имеет очень интересный он вид. Видите, пуговицы скрытые. Очень красиво выглядят пуговицы. 100% шерсть здесь. Прингусиная лапка, подклад вискоза. В общем, Butler есть Butler. Конечно же, это классика, это непревзойденное качество вещи. И размер 40-й. Четко, то есть мой размер, ну, конечно, ничего такого плотного под данную вещь не подденешь, потому что я обычно себе 42-й размер беру, чтобы можно было что-то такое одеть, но здесь не получится. Еще одна интереснейшая находка для последнего дня завоза, тоже я очень была удивлена. Посмотрите, нашла шикарный бомбер, бомберы все еще остаются на пике популярности. Этот сел очень даже хорошо. Размер, по-моему, L указали нам. Это Zara. Причем я долго искала этикетку, потому что здесь бомбер непростой, бомбер золотой. Как видите, он двусторонний. Нашла этикетку в кармане. Вот туда они вшили, в общем-то. С одной стороны, черная часть, это идет полиамид, а цвет хаки, который я вам показала, это купра. Я еще думаю, так трогаю, думаю, странно. Внутренняя часть приятнее внешняя. Потом вывернула его наизнанку, смотрю, молния двусторонняя. И туда работает. Думаю, наверное, здесь что-то не просто, как и оказалось. Видите, как смотрится круто. Единственное, там сзади на спине уже потом увидел небольшое есть пятно со стороны именно хаки оттенка. Но я попробую его отстирать. В черной части все идеально. Вот, тоже я его себе точно возьму. Классная находка, я считаю. Так, еще я очень неравнодушна к кроп, таким футболкам, кроп-блузочкам всяким разным, особенно которые идут в рубчик. Очень мне нравится этот тренд, эта ткань очень удобная в носке и красиво смотрится, стильно. И цвет, кстати, такой тоже под все подходит, такой нюдовый, приятный. Вот, такой припыленный розовый, что ли. Бренд называется
About You, но я так думаю, что это, может, и не бренд, а сеть магазинов, потому что я только сеть магазинов нашла, интернет-магазинов About You. Ну, может быть, и бренд, я не знаю, в общем, информации нет, но это хлопок в идеальном состоянии. Так, такой интересный образ собрала, в общем, сверху у меня блузка от бренда Zara в романтическом стиле с воланами. Мне понравилось, она идет хлопковая, ну, а кружево, я так понимаю, полиамид. Но я такие люблю очень. Хотела себе что-то подобное найти, может, на продажу. Еще нашла юбочку, которая идет на запах. Я себе подобную, кстати, искала очень долго, все лето. Не могла найти, а здесь на тебе, как обычно у меня бывает. Все лучшее летнее нахожу, когда холодно. Это юбка бренда Boho. Ну, конечно, эти две вещи не очень вместе сочетаются, но это единственное, что мне понравилось из низа сегодня. Вот. Еще нашла классные туфли. Такие на платформе актуальные. Бренд Underground. Это замша. Очень стильно смотрятся. Единственное, что нюанс, конечно, во-первых, что они мне малые, это где-то 37 размер. Ну, я в них влезла, но так, впритык. А во-вторых, здесь все-таки уже пятка немного подсбита. Это не сильно бросается в глаза, но я все-таки, если беру обувь в секонде, особенно там на продажу, так как это не мой размер, то я бы взяла ее на продажу, то я стараюсь брать в очень-очень хорошем или в идеальном состоянии. Здесь же уже пятка не в идеале. К сожалению. Вообще очень огонь, конечно, туфли. Мне нравятся такие. Так, и еще вернемся мы к бренду Butler ненадолго. Нашла я рубашку. По всем моим ощущениям, это либо купра, либо шелк. К сожалению, этикетка стерлась уже, ну, настолько, что непонятно, не прочитаешь состав. Фурнитура брендирована. Но я очень сомневаюсь, что это какая-то синтетика все-таки. Очень моим рученькам приятно трогать данную блузу. Не знаю, вот показываю вам материал. А внутри присутствует шоу Рауль. Там явно такие шелковые атласные полосочки пришиты по линии воротника. Но я вам не показала, к сожалению. Ну, в общем, но я думаю, если они внутри шелк пришили, то снаружи точно должно быть что-то качественное. Вот, рубашечка классная, ее тоже буду брать. Так, еще в мужском отделе нашла неплохое поло от бренда Paul Smith. И это, да, это тоже последний день завоза. Практически в идеальном состоянии, такой цвет бордо. Единственное, что на руках, тут, если присмотреться, вот в некоторых местах видно, что оттенок немножко подсмылся. А так в остальном ни катышек нет, состояние очень хорошее. Если не приглядываться, то этих дефектов не заметить. Думала вначале, что фейковое это поло, потому что я всегда знала, что у Пола Смит обычно немножко другой значок. Но потом поискала, посмотрела, что и такой тоже имеет место быть у него, как буквы П и С. Поэтому все-таки оригинал вроде как. Так, еще меня покорила очень сильно вот эта рубашка. Здесь, как вы видите, клетка Burberry, только в оттенках не Burberry немножко. Рубашка в идеальном состоянии. По-моему, здесь хлопок 95% и 5% эластан идет. Она, я думаю, где-то размер 42. Я так вот смотрю, как она села, или 44. Такой легкий оверсайз на мне получился. Очень классная рубашка. Точно тоже ее себе возьму. Наверное, выставлю в магазинчик. Подумаю, в общем. Классная. Так, ну это вообще находка из находок. Последний день завоза. Мальчики, девочки, та-да-да-дам. Кожаный пиджак моей мечты. Это просто идеальный. Пуговица, кстати, в кармане присутствует. Я вначале думала, не хватает. Он просто, ну просто идеальный. У меня были пиджаки очень много разных, но мне всегда чего-то не хватало. Но здесь все совпало, все, что я хотела. И он, во-первых, цвет практически черный, у меня такого не было. Во-вторых, мне всегда, ну, в основном почему-то коричневые оттенки попадаются. Во-вторых, длина здесь как раз
то, что я и хотела, чтобы был более длинный, чтобы покрывал линию бедра. И здесь это тоже. Еще и кожа Lamb Leather, это супер классная кожа. Кожа ягненка, по-моему. У меня есть подобный пиджак в интернет-магазине моем. Вот, я выставила на продажу. А это просто супер. И бренд называется Ox. И, конечно же, ноль информации об этом бренде. Так, еще мне очень понравился кардиган. Я нашла утепленный на флисе небольшом. Даже не небольшом, а среднем, я бы сказала. Здесь мне понравилось, конечно же, как выглядят рукава, понравилось. И то, что его можно, видите, формировать его длину. Можно его присобрать, и такой эффект воздуха получается. То есть вы можете сами себе создать подходящую форму. Особенно классно это будет смотреться с широкими какими-то брюками. Либо широкими джинсами, что-то такое. Можно его и опустить пониже, в общем, кто как любит. Ну, здесь все классно, и цвет, и флис классно, и фактура. Единственное, что немножко, конечно, катышки уже здесь есть, но не критично. Совсем их немножко заметно, если сильно присмотреться. Но для последнего дня тоже кардиган очень трендовый. На этом я подхожу плавно к концу своего повествования. Надеюсь, вам было сегодня со мной интересно побывать последний день завоза. Это, кстати, магазин на Калнышевского, он же Косиора. Ставьте, пожалуйста, обязательно лайки. Обожаю ваши лайки. Комментируйте побольше и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте заходить в интернет-магазинчик. Ссылка в описании. Всех люблю. Всем пока.